на Мальте идет выгрузка контейнеров. Это наш базовый порт. Отсюда мы их везем на Ливию, там загружаем пустые контейнера и возвращаемся назад. Это где-то 3-4 порта у нас постоянно. И у меня сегодня открывается из окна необычайно прекрасный вид. Удивительно красиво. Удивительно красиво. А на десерт сегодня были взбитые сливки. Я на экскурсии в древнем городе, который раньше назывался Неаполис. Это древнеримский город. А так мы в ливийском городе Аль-Хомс. Первое название этого города – Лептис Магнум. Это развалины одного из самых великих, в прошлом великих городов, его название Неаполь. Незабываемое зрелище, конечно. Это бывший древний театр или амфитеатр, где происходили бои гладиаторов, выступления различных римских актеров. Снимать на камеру здесь нельзя, поэтому при каждом появлении арабской внешности я стараюсь как-то прятать. Собираемся заняться помывочкой кранов. Нас с этой темой просто достали уже начальники. Поэтому нам приходится это делать. Bon d'accord les gars, j'écoute à 18h le Red Hot.